Подведены итоги экспресс-опроса по теме «Моя городская среда. Именным улицам особые знаки отличия». Тема опроса возникла из обращения в городскую думу по поводу установления памятной доски героя Советского Союза космонавту Владимиру Комарову на одном из домов по улице, предположительно носящей его имя. На заседании постоянной комиссии по вопросам социальной политики депутаты отметили, что есть иное мнение по поводу наименования улицы в честь знаменитого геолога Игоря Комарова. Документов, однозначно говорящих о присвоении улицы имени Комарова-космонавта или Комарова-геолога, в архивах города и округа нет. Всего в опросе приняло участие 258 человек. Большая часть респондентов, 65,5%, считают, что память людей, именами которых названы улицы города Лабытнанги, увековечивать следует. Это наша история, и горожанам нужно ее знать. Почти четверть опрошенных, 24%, вовсе не видят в этом необходимости. 9,3% согласны с предложением установить отличительные знаки только на улице, названные именами наших земляков, поскольку имена государственного масштаба и без того известны. Менее 1% респондентов придерживаются прямо противоположной позиции. Установить отличительные знаки только на улице, названные именами людей государственного масштаба, и совсем малая часть выбрала опцию «Мне все равно». Именные улицы, 55,3% ответивших, предложили отметить табличкой типа той, которыми отмечены многие достопримечательности города. Эта табличка должна содержать краткие сведения о человеке, чье имя носит улица. Почти 12% проголосовали за разработку особого памятного знака малой архитектурной формы. А 10,6% согласны с тем, что следует придумать особые аншлаги на дома именных улиц. Информирует отдел по связям с общественностью администрации города.